Не пойму, чем пахнет. А, это ты. Это ты, братишка. Ёпта, я тебя перепутал. С хейтером перепутал, как бы. Обычно у них яркий такой застойный запах у меня на канале, как бы. Присутствуют они, короче. Значит, братик мой, сестреночка. Значит, сегодня мы с тобой, братишечка мой, будем залетать в новый, очень страшный хоррор. Говорят, это самый страшный хоррор 2024. Говорят, он может напугать даже меня. Хотя меня, как ты знаешь, да, хорроры не берут. Значит, хорроров с вебкой у нас на канале не было очень давно. Поэтому я рекомендую тебе поставить свой самый лучший, сочный на ютубе королевский лайк. Потому что сегодня мы с тобой будем пугаться. Лайк принес? Я, значит, готовлюсь к видосу. Поэтому, братишка, давай, въебем лайк, короче. И понеслась. Итак, братишка, мы в нем. Если игра не улавливает звуки с вашего микрофона или не обнаружит его, перезапустите игру перед началом игры и убедитесь, что в настройках звука Windows установлен. Это игра на звук? Эй! Оу! Эй-оу! 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 Привет! Раз, два. Так, ладно, нормально. Все, настроили. Ну, сейчас будем смотреть. Если игра улавливает наши звуки, значит, это что-то страшненькое, мне кажется. Так, изменить язык, это мне не нужно. Это что такое? Это сразу все настройки? Ням-ням-ням, ням-ням-ням. Распознавание голоса, управление, ультра-графика. Ультра. Начало. В игре будет только одно автосохранение. После этого все происходящее будет необратимо, пока вы не завершите прохождение. Когда вы поставите игру на паузу, игровой процесс не останавливается. Вы сможете только изменить настройки, но сама игра продолжится. Я сделал это для того, чтобы вы не смогли избежать страха в решающие моменты. Смерть от рук паранормального существа не означает, что вам придется начинать игру с нуля. Хотя и влияет на одну из трех концовок. Ладно, окей, поехали. Чтобы получить максимальную удовольствие, в наушниках с микрофоном, все. Погнали, ребята. Что-то новое. Детектив Уайт, я не могу поверить, что говорю с вами. Я был большим поклонником вашей работы. Особенно того случая с Сакамото. То, как ты это сделал, было просто гениально. О вашей преданности делу ходят легенды. И именно поэтому я понял, что вы тот человек, к которому стоит обратиться. Мы детектив, который будем сейчас расследовать что-то. У меня дома сложилось что-то там по ночам. Что ж, Колтон, я благодарен вам за добрые слова. Приятно познакомиться. Слушай, про детектива и девочку мы с тобой смотрели, но это другая игра. Расскажите мне, что происходит? Кто там спит? Речь идет о миссис Сьюзен, как я уже упоминал в письме. Женщина, помогающая моей беременной невесте Кейли и мне по дому. Мы взяли ее в дом, потому что она оказалась очень одинокой. Она практически член семьи, живет рядом с нашим домом. Около недели назад она исчезла, пропала, не отвечала на звонки, пропускала свои рабочие часы. Исчезла на неделю. Это определенно повод для беспокойства. Что-нибудь необычное в ее поведении перед тем, как она исчезла? Да, в этом все и дело. Она стала вести себя странно, называть нас разными именами, напевать странные мелодии. Например, «Тру писю», «Тру». Это очень напугало Кейли. Она ненадолго уехала к родителям. Я не мог просто оставить миссис Сьюзан одну. Я думал, может, это слабоумие или что-то в этом роде. Вы можете проверить это, детектив? Да, конечно, сейчас проверим. Бабушку нужно проверить какую-то. Не беспокойтесь о Байке. Надеюсь, она еще будет спать, когда я вернусь через несколько часов. Но я должен предупредить вас, детектив. Иногда она бывает как очень шумный ребенок. Я понимаю, Колтон. Кто там храпит? Я люблю собак и сразу же начну расследование. Кто там храпит справа? Побудь с Кейли. Там... А насчет денег не беспокойтесь. Мы найдем миссис Сьюзен. Что за звуки? Она была как бабушка, верно? Конечно, детектив. Она была мне как родная. У нас не так много денег, особенно после покупки этого дома, но миссис Сьюзен значит для нас все. Понимаете? Ну, теперь я направляюсь прямо к родителям Кейли. Пожалуйста, позвоните мне, как только что-нибудь узнаете. Мы очень волнуемся за нее. Ох, ребята, о-ля-ля, кишкири. Слушай, графончик завезли нам, да? Графончик есть? Начните расследование с поиска улик. А, то есть мы дома у нее? А, это спит кот! Ебать! А это пес спит! Слушай, ну псы вот так вот храпят. У тебя псы пес есть? У тебя он так храпит? У меня реально пес так храпит. Смотри, какой маленький, красивый. Такой хороший песик. У меня камера какая-то, вся за это. Чтобы открыть или закрыть дверь, перетащите ее с помощью мыши и правого стика контроллера. Перемещайте камеру, чтобы найти улику. Слушай, ну мы с тобой про девочку такой хоррор проходили полностью на стриме. Здесь мы ищем какие-то улики, передвигая мышкой. Да, ну вот какую мы здесь улику можем обнаружить? Странные сгоревшие карбюраторы.
как будто здесь что-то сожгли. Игра нас так быстро погрузила в это все дело. Собаку осмотреть не можем. Но если собака в доме, то значит все нормально. Графически игра хороша. Есть фонарик. На улице апокалипсис. Какой-то реально апокалипсис, смотри. Просто всякие ошметки, всякая фигня летает. Ну-ка. Что у нас здесь? Здесь ничего. Тихо. Фонарик. Бля, интересно. А где пес? Ты спишь, маленький? Сейчас улики поищем, сейчас поищем, посмотрим, что здесь да как. Телефон у нас есть. Есть. Это не тот же создатель, кстати, игры. Про девочку, не? Новый дом себе построил, блин. А все механики те же взял. Фонарик у нас перестает светить. Так, аккуратненько давай. Аккуратненько поднимаемся наверх. Где наша... Страшноватенько. Так, пустая комната. Здесь мы никаких улик не видим. Здесь у нас все в порядке. Двигаемся аккуратненько дальше. Не сейчас. Есть компьютер, с которым можем взаимодействовать. Видимо, женщина рисовала красками. Картинку какую-то рисовала. Здесь что у нас? Я могу это понять. Final notice. Финальная записка. Что это означает? Штрафы какие-то или что там? Бабушка не оплачивала... Кто здесь? Бабушка не оплачивала электричество или что? Стиралочка. Какие-то звуки опять у нас появляются. Блять, страшная картинка. Еще один ребенок жертва? Боже, пожалуйста, нет. Эти рисунки вызывают тревогу. Да это не тревогу рисунки вызывают, это стрёмные рисунки. Ебубо какой-то рисовал явно. Бабушка! Я пришел расследовать! Здесь ничего, какие-то у нас картиночки. Здесь у нас одежда валяется. Здесь у нас ничего. Здесь у нас тоже вещи. Это дил... А, нет, это не... Это просто игрушка. Это не то, что я подумал. Не, ну просто у бабушки, мне кажется, должно быть какая-то игрушка своя. Да и возможно, она здесь. Я не уверен, конечно. Ну что, женщина старая, как бы. Всяк может быть. О, ультразвуковое исследование ребенка. Возможно, невеста клиента. Да. How long do I have to wait? Как долго мне ждать? А почему это написано? Как долго мне придется ждать? Ультразвуковое исследование. Это что? Это все в одно. Смотри, все эти улики ведут к одному. Ай, схалтурка. Так. Это еще один, одна игрушка. Какие-то куколки собираются здесь у нас. Make your home among friends. Make your home among friends. Что-то непонятное. За мной как будто свет включается, выключается. Вот это вот, кстати, африканские древние маски. Вот. Очень опасные. Очень опасные. Это прям видно, что африканская древняя маска. Возможно, она повинна в том, что здесь творится ебобо. Как мне кажется. Не уверен. Блять, мне кажется, что здесь тени какие-то ходят. Но улики мы практически все... Везде эти игрушки. Она коллекционирует эту игрушку, эти игрушки? Или что, туалетик? Отражения у нас нет. Здесь я никаких улик вообще не вижу. Отражения у нас с тобою нет. Бабушки тоже где-то рядышком не вижу. Здесь у нас пальтишко какое-то валяется. Ну, здесь мы практически все осмотрели. Надо посмотреть, что с псом. Мне кажется, что с псом должна быть зави... Офигеть, так и дрыхнет. Еще какая-то уличка здесь у нас имеется, не? Почти как у меня дома. Не моешь посуду, да? Так, found all clues in the kitchen. Мы нашли все улики на кухне. Ты мой маленький. Господи. Так, ну на кухне мы все нашли, пока беготня. Пока беготня, пока ничего страшненького. Здесь у нас есть щиток какой-то, которым, видимо, нам нужно будет пользоваться, чтобы ремонтировать, наверное, что-то. Фонарик постоянно тухнет. Купите нормальный фонарик, сэр. Мы же все здесь осмотрели вроде бы. В детской комнате... Ага, есть. Опа, звезды, смотри. Тот же символ.
Ну а чё, блядь? Тот же символ. А игрушки мы осмотреть не мог. Стой. А, это дверцу потыкать. Так, ну мы нашли еще улику, но нам ничего не сказало. Значит, возможно, есть еще какие-то улики. Сейчас мы прокликаем все улики, и тогда, наверное, начнется ебобо. У меня есть другие дела. Я лучше вернусь к этому. К чему? К тому, что ты ищешь все. Здесь мы нашли раз, два, две картиночки, и больше здесь тоже ничего интересного у нас не имеется. Ну и где же ебобо? Подожди. Не знаю, стоит ли включать-выключать это все дело. Здесь мы потыкать не можем. Стеночка. Стеночка-хереночка! Опа, тихо. Че это было? А тебя не смущает, что там в коридоре? Что? А вот сейчас очково. У меня мураши пошли. Это собака так проснулась или что? Он дрыхнет, ему срать вообще. Кричит здесь монстр какой-то, зомби, или не кричит. Ему вообще насрать, он как лежал, так и лежит пес. Сейчас начнется. Нет, так рожает жираф, мне кажется. Это не те звуки. Не могу воспроизвести, ребята. Сейчас, как я сказал, так рожает жираф по-любому. Ты знаешь, как рожает жираф? Слышал? Хоть раз. Как будто какие-то двери открываются. Ничего пока не понятно. Но очень интересно. Снимки почему-то светятся у нас в темноте. Они должны так светиться? Другая дата. Тот же ультразвук. Мне нужно все смотреть. На этот раз говорится, что правда скоро выйдет наружу. Правда скоро выйдет наружу. И еще одна картинка. У меня такое чувство, что это дело тесно связано с невестой клиента. И с ее беременностью, судя по всему. Так, мы нашли все улики здесь. Видишь, мы молодцы. То есть мы с тобой получаем достижения какие-то. Мы прочекали здесь, прочекали тут. А вот здесь, получается, мы все улики не нашли. Возможно, здесь что-то еще есть интересное. Мы нашли здесь тонну женского белья. И нужно, наверное, когда мы входим в улику, там нас прервал небольшой крик. Знаешь, что нужно сделать, наверное? Протыкать абсолютно все, что мы здесь имеем, братишечка. Она не обратила на это внимания, или это она все устроила? Их слишком много, чтобы это было просто странным совпадением. Ну что, она привыкла, ложится человек спать. И... О, нашли все улики. И снимает с себя лифчик. И постоянно забывает, что ее лифчики находят там. Потом идет и покупает себе новый лифчик, как мне кажется. Чтобы старые, знаешь, не стирать. Ну такая... Нехозяйственная получается. Да, лифчики скинула под диван, бля, и лежит радостная, бля. Ай, да, ебаный дед. Такие же есть, как бы. Расскажи, у тебя такая бывшая? Мне ребята любят писать про это. Так, ну здесь пока ничего не происходит. Ничего нет, ничего не видно. Ну, сука. Вот в детской комнате, возможно, есть еще какая-то улика. Здесь установлена камера, кстати говоря. Возможно, в детской есть какая-то улика, возможно, нет. Ну, его знает. Но мы улики с тобой нашли во многих комнатах сейчас. О! Да будет свет! Сябака! Ты ебобо или какака? Так, ну на кухне мы тоже все нашли. Здесь тоже делать нечего. Считается ли это кухней в весе? Ну вот это вот гостиная, наверное, считается, да? И, наверное, здесь тоже может быть какая-то улика, которую мы должны с тобой подыскать. Но кто-то здесь рычал. Кто рычал, ни хрена непонятно. Не хорроры делают в последнее время, а кликеры какие-то. В ванной, наверное, тоже должны быть все улики найдены. Я не уверен, что я могу здесь осмотреть. Даже толканчик смыть не могу, но это вообще, это провал. Если в хорроре нельзя смыть туалет...
Это провал, ребята. Так, давай еще, какие у нас еще помещения есть, которые мы с тобой не осмотрели? Зеркальце прелестное. Зеркальце красивое. Вот эта дверь заперта, мне не нравится. Здесь мы тоже нашли все улики. Вроде бы. Опа. Это здесь. Ебобо здесь находится. Полтергейст. Полтергейст. Ебать, это чё, господи. А это люмен так работает в Анриле. Чё, мне лампочку подкрутить вам или чё? Пока ничего не происходит. Пока носимся, ищем улики. Я, по-моему, все осмотрел. Я все осмотрел и все прокликал. Я не думаю, что здесь может быть что-то. Ну, мигает лампочка. Дальше что? Ебоборор! Все, он перестал. Ну, пока никаких посторонних звуков, признаков, призвуков. Картинку осмотреть не можем. Наверное, я не здесь. Здесь не все улики нашел. Подожди. Могу ли я потыкаться? Да, не все нашел здесь. Здесь очень важно камерой повертеть. Это мы осмотрели. Ага. So hard to be young these days. В наши дни так трудно быть молодым. Триза, да. Вот, в офисе. Вот, у нас есть еще один триггер. I shouldn't touch his personal stuff. У нас есть еще один триггер, братишка. Сестренка. Здесь? Тоже сейчас повертим еблетиком. Вот. Чтобы у нас было еще в детской. Weird symbol. Странный символ. На песос похоже с яичками. Интересно, может ли это что-то знать? Вот. Во! Понеслась! Лучше осматривать нужно каждую улику. Все, мы знаем про эту игру все. Бля, мне кажется, или что-то? Собака так и спит. Кухня обыскана, все проискано. А, гостиная, наверное, тоже считается у нас кухней. Как мне кажется. Все обыскано, все протискано. Что еще мы с тобой могли упустить? Главное, в каждой комнате есть три улики. Да, я, по-моему, все улики обошел. Я же, по-моему, все протыкал, ребята. Что я мог упустить? Какой-то момент я, наверное, упустил, но какой? Вот в чем вопрос. Эта комната обыскана 100%. Детская обыскана 100%. Вот здесь есть какой-то момент, который мы с тобой, по-моему, мы здесь так и не получили достижения, поэтому... А больше оно не активируется никак. То есть мы посмотрели на картинки. Но ебубошка не включается. Очень странно, но очень интересно. Я кого-то слышу. Слышишь? Я кого-то слышу. Что-то дышит рядом. Бля, ну картинки точно эти нельзя, наверное, обыскать. Бля, здесь есть везде выключатели, нет? Вот же у тебя... Хватит в темноте быть! Долой темноту! Включим везде свет. Я не выключал здесь свет. Усюка. У меня везде было включено. Мне нравится с включенным светом. И здесь тоже должен быть включенный свет. Да, но здесь больше активатора нету почему-то. Куда-то он испарился. Давай дальше. Здесь тоже все в порядке. Здесь мы все обыскали уже. С ливканами мы закончили с тобой.
то, что ты обыскал, больше не активируется. О. Что, блядь? Какие еще улики мы можем найти? Везде есть куколки, которые мы не можем потрогать. Ничего не происходит больше, блядь. Бабушка! Только что произошло и здесь на авто сохранение. Теперь назад дороги нет. Вам придется столкнуться с тем, на что вы подписались. Чё? СМС-ка? No fucking way. Ни за что. Чё? Если мне снова придется искать пароль в течение 2 часов, я уйду. Блять! Эй, Кейли, если ты в сотый раз забыла пароль от компьютера, я разбросал по дому 3 игрушечные фигурки и пометил коробки с твоим логином и паролем. Первым уйдет Чикенский, затем Ковский, затем Робицкий. Предпоследний для входа Шаркский и последний Кацкий. Пароль начинается с Фишски, затем Тедицкий, Роботский, предпоследний Кульский и, наконец, Клоунский. Отрывайся, милая! CC, CCR, 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 CCRSC, CCRSC, а пароль CCRSC. А пароль FTR QFTRCC. Да пиздец, да ну нахуй, блядь. Какой Кольский хуёльский, блядь, Так это компьютер звонит или чё? Я не могу выйти на связь. Игрушки, блядь. Это самый неожиданный скример из всех, которые когда-либо меня пытались трахнуть в играх. Подтверждаю. Про игрушки я нихуя не запомнил. Бабушка! Вы ебово, блядь! Я нахуй, я пошел отсюда, блядь. Я пойду собаку разбужу. Сейчас мы тебе яйца отгрызем, блядь, бабушка. Братан, просыпайся, братан! Господи, это было нереально. Кольский, Котольский. Вот они, игрушечки. Вон, узнаем игрушечку. Фишки. И что дает нам это? А, это... Все, я понял. Там О нарисовано. Или ноль. Я должен сейчас по дому искать это ебабо. Чтобы зайти, чтобы найти пароль. А тут хуетень. Взлохмаченная причем. Ищем, значит. Первая игрушечка. Где-то нужно записать, да, бумажку, ручку надо достать, нет? Чикенский. Ковский. Рябицкий. Рябицкий. Работский. Чикенский, Ковский, Рябицкий. Ебать. Да ну нахуй. Мне нужно записывать где-то. Чикенский, Ковский, Рябицкий. Ты кто? Кацкий. Это троечка. Кацкий троечка. Шахский. Шестерочка. Да ну нахуй, я сейчас должен записывать нахуй. Ёбаный рот нахуй. Ёбаный свет нахуй. Чикенский! 8! Блять! Блять, я записываю нахуй. Я записываю, ребята. Я рот ебал.
чекенский. Потом ковский нам нужен. Я записываю, значит. Восьмерочка. Все, поехали. Восьмерочка. Чекенский — это 8. Понеслась, ребята. Работаем, работаем, работаем. Чекенский. Кульский. Кульский — это 1. Давай сделаем по-другому. 8. Значит, извини, пожалуйста, блядь. Я занят. Чекенский. Чекенский. Дальше. Ну а чё? Ай-яй, мне нельзя пиздеть. Бам-бам-бам! Эй! Слушай, это реагирует, по-моему. Кульский. 1. 1 это кульский. Кто-то идет ко мне. Это самый страшный хоррор, видимо. Мне нельзя пиздеть. Мне нельзя болтать. Там микрофон почему-то отключился. Или я его отключил, или как? Не может быть. Чтобы я его отключил. Или микрофон выключился. Такое уже было в какой-то игре у меня. Распознавание голоса. Когда вы видите, это означает, что функция распознавания голоса в данный момент отключена. А как включить? Почему она отключилась у меня? Я ничего не выключал. Эй! Все работает. 1, 2. Эй, эй. Работает. Рабицкий. Рабицкий — 2. Рабицкий — 2. 2. Рабицкий. Рабицкий. Кульский — 1. Рабицкий — 2. 8. Все, все, есть. Работаем, работаем, работаем. Блять, как будто я по войпу как-то активируюсь, я не понимаю. Бабушка. Это мы уже видели, это не страшно. Это ты потом на себе оставь, блядь. Здесь уже мы были. Чекенский. Здесь уже мы были, здесь запоминаем теперь. Шаркский. 6. 6 это шаркский. 6 это шар. Шаркский. Ну, это насколько я понимаю. Я дверь не... Я дверь не закрывал! Я дверь не закрывал! А, это потянуть нужно, ёб твою мать. Прошу прощения. Мы найдем все игрушки. Мы с тобой в порядке. У нас с тобой все хорошо. Эту дверь все это время можно было открыть. А, это та же, блядь, дверь. Фу, ты кто? Ты у нас кто, блядь? Рабицкий. Рабицкий у нас уже был, и Рабицкий — это 2. Значит, на первом этаже мы все сделали. Бам-бам-бам! А, я на пробел активирую? Бабушка! Выключено. Бабушка! Бабуль! Бабуль, подскажите пароль, пожалуйста, бабушка! Там бабушка вообще или не баба, или ебу бабушка? Извините. Это у нас. Фишки. Фишки. Фишки, значит, это 0, да? 0, бля. 0. 0. Это фишки. Пока 1 только было страшно. Пока 1, ребята. 0 это фишки. Идем дальше, чекаем игрушку. Здесь у нас клоунский. А клоунский — это 5. Клоунский. Угу. Фишки. 5. Это клоунский. 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 Хорошо. Мы молодцы. Еще парочка, мне кажется. Как кого-то у нас не достает. Маленький. Не пипукай. Т-диски. Т-диски. Это 7. Т-диски. 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 Это 7. Хорошо, записали. Ну, по-моему, мы все нашли, не? Неужели мы... Мне кажется, что-то мы упускаем. Там больше было. Ебать, конечно, запоминалка пароля. Бабушка пока только наклоняется вот так из-за угла и пытается нас напугать. Но это...
Один раз было страшно, неожиданно очень, резко. Как понос вообще, блядь. В детской есть что-то? Да, в детской тоже была игрушка, по-моему. Нет. Стой, а разве в детской ничего не было? Была. Это у нас работский. Полякский какой-то, блядь. Бобер, курва! Работский. Так узнали люди, что Польша существует, блядь. После бобра, нахуй. Кацки. Кацки есть? Кацки. Три. Кацки. Кацки. Это троечка. Ну что? Итак. Первым идет чекенский. А у нас такой был? Да, был. Чекенские, ковские, затем работские. Предпоследний для входа, шарские и последний кацкие. То есть, чекенские – это восьмерочка. Чекенские, ковские, рабицкие. Чекенские. А у нас нету ковские. У нас нет ковские. Рабицкие у нас есть. Рабицкие есть. У нас нету усюка. Смотри, чекенский, ковский, затем рабицкий. Но я не нашел ковский, я нашел клоунский. Коцкий у нас есть, это троечка. 8-3. Чекенский, ковский. Ковский нету. А где ковский? Ковальский! Где ковский? Сейчас напугает меня. Сейчас ебать меня будет. Мы не нашли Коцкого. Да ну нахуй. Это полный фейл, ребята. Я не нашел Коцкого. Это единственная, по-моему, фигурка, которую мы не нашли. Это Коцки. Чекенский здесь понятно. Еще раз сейчас пересмотрим. Кульски. Кульски это понятно. Кульски у нас тоже есть. Это все записано, это все есть. А где Коцки? Ребята, нам нужно найти Коцкого. Ёбаный пиздец. Может быть, где-то в коридоре? Слушай, я не верю, что я могу что-то упустить. Я очень внимательный. Подожди, Коцкий у нас есть. Что-то я туплю, блядь. Чего-то у нас нет, но чего? Подожди, или у меня все есть, блядь? Усюка. О, какая. На горе стоит статуя, у статуи нету глаз. Ты не порти мой рассказ, у статуи нету. Иди, иди, бабуля! Хуета, не страшно. Не берет уже. Уже один раз напугала меня легонечко слегонца, и хуйня получилась. Дальше. Итак, Акацкий, все верно, у нас тогда нету Ковски. Ковский нам нужен. Ковский под вопросом ставим. Ковский. Ковский. Именно Ковский. Не Кацкий, а Ковский. Ковский. Да, Ковский. И тогда мы с тобой разгадаем. Ковский. А где может быть Ковский? Ковский вопрос. Ищем Ковского. Ебать, чтобы, понимаешь, пройти дальше в этой игре, нам нужно с тобой поебстись. Пока бабушка, кстати, близко не подходила. Поэтому... Шаркски. Чё бы, бля, я уже скоро выучу, мне кажется, где они, где кто. Но нам не хватает Ковского. Она еще, сука, все тушит. Это вот первые две, которые точно здесь. Никак. Никак у нас не приручены. Значит, это внизу где-то Ковский у нас. Я прям уверен. Она постоянно тушит везде свет. Это паранормальная, блядь, активность. Может быть, Ковский находится в секретном месте в каком-то. Даже в комнате ребенка мы с тобой нашли. Здесь Шаркский, да? Нет, здесь Фишский. Путаю. Рыба, акула.
Что-то у меня в голове перепуталось. Шарский был там. Это фишский. Здесь у нас клоунский. Все верно, записано. Клоунский у нас был. Да сюка, мне нужен свет. Пес не храпит. Нет, храпит. Тедиски. Тедиски. Или тедиски. У, сюка. Опа-па-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Где-то здесь, нет? Подсвети, подсвети, бабуль. Подсвети, пожалуйста. Я вообще понятия не имею. Все так на явном месте, все было видно, а где-то одну мы пропускаем с тобой фигурку. Где-то, куда мы с тобой явно не заходили часто, либо не осматривали помещение. И то, что света нету, нихуя не видно, нам приходится с тобой мучиться. Может быть, где-то здесь в коридорчиках где-то? В проходиках, в проемиках? Здесь точно две и не более. Давай почитаем. Может быть, там подсказка? Точнее, там должна быть подсказка. Поместил коробки с твоим логином и паролем. Первым идет Чеченский. Затем Ковский. За ним Рабицкий. Но где это находится? Не написано, блядь. У, сюка. У, сосулька вонючая, блядь. Но это не страшно! Ковский нужен, не Кацкий, а Ковский. Неужели где-то есть еще ебаная игрушка, которую мы с тобой не можем уследить никак? Не можем найти Ковский, и все, а? Ну, хоть ты ебобо, хоть куку, блядь. Куда-то нам Ковского запрятали, ребята. Куда, нихуя, непонятно, блядь. Может, ее в отражениях можно будет видеть. Было бы прикольно. Там песель спит. Мне нужно включить здесь свет. Мне явно нужно включить здесь свет, чтобы понять, где Ковский. Потому что Ковский где-то прячется от нас. Я разбросал по дому коробки. О, сука, ебобо, ты хуёво разбросал, брат. Вот здесь постоянно можно спутать. Может быть, Ковский где-то тут реально? Или Ковский это пес? Не может такого быть. У пса пипончик есть? Непонятно. Мне нужен Ковский! Бля, ребята, я чувствую, что придется нам нахуй очень хорошо все проискивать, потому что запрятать одну ебобо игрушку, ну это пиздец. Они запрятали от нас одну ебобо игрушку. Ковский я не встречал реально. Но где он может быть? Здесь одна. Ковский может быть на... А, сука. Мы это не осмотрели. О них есть ребенок, о котором мне не рассказали. Во. Сейчас начнется жестко. Сейчас ебля начнется. А Матовский у них тут нету, интересно? Матовский! Здесь две игрушки в этой комнате. Ну, блядь, я уже изучил, где сколько игрушек. Ты не показываешь мне, где? Я не понимаю, где, блядь, игрушка. Где ёбаный Ковский?
Усюка! Здесь одна. По дому я разбросал. Я разбросал по дому, так классно разбросал, что, блядь, нихуя. Не шуметь нахуй. Что нигде ничего нету. Затянули мне игру, сука. Фишки, фишки. А Ковского нигде нет вообще. Намеков на Ковского вообще нету, блядь. Не имеется. Даже позаписывал нахуй все. Так, значит, будем работать наугад. Я не могу найти. Я не могу найти, но мне кажется, я догадываюсь. Будем работать наугад, ребята. Работаем наугад. Значит, все цифры мы знаем, кроме одной. И мне почему-то кажется, да, что у меня есть чуйка. А ты знаешь, у меня всегда есть чуйка. Я всегда чувствую гейминг. Я всегда чувствую игру. Поэтому тут чё, просто перебором, блядь, ебанём нахуй. Так, значит. Смотрим. Еще раз. Так, значит. Чекенский, Ковский, Рэббитский. Короче. 8-9-2-6-3 0-7-4-1-5 О! Миллион тысяч лайков! Миллион тысяч лайков! Изи! Отвечаю. Ебать. Малыш, Келли дома. Ты уже починил свою камеру? Я подумала, что мы могли бы провести немного, но узнаешь нашего времени. Привет, Белла. Да, Келли сегодня с родителями. Что случилось? Серьезно, у тебя какой-то странный голос, за и все в порядке вообще у тебя? Да, просто немного устал, понимаешь? Это был напряженный день. Устал, да? Ты уверен, ты говоришь так, будто что-то случилось? В чем дело? Просто нужно немного передохнуть. Миссис Сьюзан пропала. Миссис Сьюзан пропала? Ты выражаешься немного расплывчато, Зай. Я очень надеялась побыть с тобой наедине. Какова история? Слушай, сегодня просто не очень хорошая ночь, и мне нужно успокоиться. Конечно, но ты меня не обманешь. Почему ты так отстранен? У нас были планы, а теперь ты отказываешься. Белла, сейчас неподходящее время. Обещаю, мы наверстаем упущенное. Мне нужно идти. Встретимся позже. Кейли не будет в восторге от этого. А... камеры. Да, это очень похоже на ту игру с девочкой. Это от того же создателя, мне кажется. Собака гавкает где-то. Сучка! Сучка стоит, сучка! Мы сидим за столом, а сучка над нами. Бля, я бы очканулся вот, вот такое вот увидеть. Google. О, Шимора шоу. Не работает? Келли? Здесь ничего не сработает, мне кажется. Это не рабочий момент. Хорошо, в Google мы зайти не можем. Так, бабушка была над нами. Собака гавкает внизу. Игра начинает раскрываться. Ну, потихонечку, как мне кажется. Он исчез! Маленький! Ты же храпел тут! Он реально исчез, пес исчез. А бабушка стояла надо мной. Так, где гавкал пес? Надо уходить нахуй отсюда, мне кажется, не? Ему не страшно вот этому челику? Над ним там стоит привидение, явное уже. А он тут детективные расследования ведет. А, собака тут. Маленький! Вы можете использовать интернет-браузер на компьютере для поиска найденных вами текущих улик. Чё? Краулер, краулер, краулер. Краулер. Я понял, малыш. Ведем краулер.
Мне кажется, нам нужно это ввести будет. То есть нам нужен этот браузер для того, чтобы ввести это имя как раз, этот код. Краулер. Краулер. А, воспоминания о мисс Сьюзен Краулер. Трагическая утрата заставляет сообщество задуматься о психическом здоровье. 2020 года маленький городок Гринфилд, штат Пенсильвания, потрясла трагедия. Оставшиеся его жителей в шоке, в трауре. 80-летняя мисс Краулер, любительница, любимая жителями города, покончила с собой, повесившись на дереве на заднем дворе. Новость о ее кончине быстро распространилась по городу, и многие пытались смириться с потерей столь дорогого им человека. Мисс Краулер была известна своим добрым сердцем и щедростью по отношению к другим. Она работала волонтером в местном центре для пожилых людей, где проводила бесчисленные часы за вязанием одеял и шарфов для нуждающихся. Соседи отзывались о ней как о нежной душе, которая всегда улыбалась и тепло приветствовала всех, с кем сталкивалась. Однако, несмотря на свой общительный характер и стремление помогать другим, мисс Краулер большую часть жизни боролась с депрессией и тревожностью. Она проходила лечение от этих заболеваний, но, похоже, даже с помощью терапии и лекарств не могла найти мир внутри себя. Через несколько дней после ее смерти жители города собрались вместе, чтобы почтить память мисс Краулер. Бла-бла-бла, в местной церкви прошла, Краулер до сих пор не... О, хочется надеяться, что трагическая гибель мисс Краулер привлечет больше внимания. Понятно. Мы узнали о мисс Краулер больше. Мисс Краулер сейчас не надо мной стоит-то, не? Блять. Слушай, очково, да? В хорре имеется очковый момент. Она здесь? Нихуя не... Очень интересно, нихуя непонятно. Очень интересно, нихуя непонятно, очень интересно. Кто там? Что за звуки? Каждый звук, а также вы сможете начать общаться с паранормальными сущностями. Да ну на. Hello? Мисс Краулер? Краулер? Ты здесь? Давай поговорим. Меня зовут Шиморо. Мисс Краулер. Мисс Краулер. Мисс Краулер. Мисс Краулер. Вы понимаете, я не могу. Хорошо. Слушай, просто помолчи секунду, хорошо? Бля, она меня услышала из-за тебя, нахуй. Я должна тебе кое-что сказать. Я покопалась в интернете. Да не кричи там, нахуй! Мисс Сьюзен умерла некоторое время назад, точнее, 3 года назад. Разве это не безумно?
Почему мы не узнали об этом сразу, как только это произошло? Она сзади меня стоит, она сзади меня! Почему ты видел ее все это время? Как будто кто-то хотел замять это дело, что-то в этом роде. Все это как-то странно. Мне нужно время, чтобы разобраться с этим. А тебе, наверное, стоит сходить к психиатру или еще куда-нибудь, если только это что-то. С меня хватит, не пытайся связаться со мной, я серьезно. Она сейчас позади стоит, меня и хочет ос... Мисс Краулер! Мисс Краулер! Мисс Краулер! Я сижу... Хули тише это, блядь? Я за компом сижу, ты мне ничего не сделаешь, я на камере. Не тише, не тишкай мне нахуй. Иди сюда, мисс Краулер! Мисс Краулер! Краулер! Иди сюда! Ты где-то тут? Мисс Краулер! Мисс Краулер! Краулер! Мисс! Выходи и дерись! Не, она так не отреагирует. Мне нужно быть просто тише. Ладно, выйдем, дадим игре шанс. Слушай, ну это страшный хоррор, реально. Прям, если бы вот я видео не записывал, я ебал бы такое играть. Это очень очково. Творится. Почему она меня не бабашит? И сюда! Я не могу. Пошла нахуй! Да хуй тишина-то, блядь? Невозможно с тобой тихо, я видео снимаю, мисс Краулер! Байка. Байка. Нет, этого слова нет. Краулер мы можем поискать еще раз. Нихуя непонятно, очень интересно. И сейчас-то ебобо будет на меня прыгать. Короче, блядь. Я потерял интерес, мисс Краулер. Я не буду вам мешать, мисс Краулер. Мисс Краулер. Она так вздрагивает, блядь, как будто нахуй она сидит там, я не знаю. Хватит меня! Хватит!